Глава правительства также ознакомился с работой Кызылординского гидроузла, расположенного на русле реки Сырдарья. В 2020 году, в соответствии с постановлением правительства, начата комплексная реконструкция гидроузла, которую планируется завершить в следующем году. Все обновили. Весь механизм – шлюзы. Идет капитальный ремонт БЕФов. Забетонировали все стороны. Построили мост. Комплексного плана развития водной отрасли на 2023-2025 годы, реализация которого позволит привлечь инвестиции и решить первоочередные проблемные вопросы. Смаилов добавил, что после переговоров с приграничными странами в текущем году были также созданы возможности для снижения нехватки воды в регионе. Кроме того, проведены работы по очистке каналов и ремонт гидротехнических сооружений, в результате чего пассивные площади были полностью обеспечены поливной водой. К предстоящему вегетационному периоду также предусматриваются меры по обеспечению сельхозтоваропроизводителей поливной водой. Будут продолжены переговоры по поступлению установленного лимита воды.